Всем привет, мои дорогие подписчики. Давно вы меня не видели. Моя вина, да, соглашусь. Так, ну что, пока что расскажу сегодня, какая мне посылка пришла с Алиэкспресс. Покажу, как мы украшаем зал. До Нового года осталось 5 дней. На момент того, когда вы будете смотреть, наверное, уже будет 4 дня до Нового года. Дети у меня, кстати, уже забрали костюмы. Здесь были костюмы. Вот такие вот. И юбки еще белые. На выступление в школу, на Новый год у них будет 27-го, вроде ли 28-го, точно я не могу сказать, 27-го, точно. Вот. А пока что я буду разбирать посылку, посмотрите видео, как меня поздравила Анюта, моя подружка, подруженция. Все, всем приятного просмотра. С днём рождения! С днём рождения! Спасибо. Так, это лечебный напиток, пожалуйста, держите. Это вам корона. Ага. Спасибо. Итак, пожалуйста, вот первый приз. На барабане. Так. Мы отправляемся в путь. Как дела? Хорошо. Как прошло утро? Я еле встала. То же самое. Так, пожалуйста, вам еще один приз. Давайте я подержу, давайте уж что, давайте. Куда? Вперед! Да подожди ты! Встаю. Потом это надо Инночек сказал все убрать. Ну, мне это не помешало, поэтому, пожалуйста, еще приз. Сейчас мне сложно наклоняться. Вот. Так, что же интересно, мне уже что там дальше будет. Это просто ежегодная традиция такая вот там у нас. Странно отмечать дни рождения. Так. Я немножко потрепанная. А ты мне прямо корону одела? Да, нормально, хорошо, красиво, в любом случае. Сегодня именинница прекрасна. Мы... Спасибо большое. Да. Так, а куда мы пойдем, интересно мне? Только не надо кричать громко, я уже боюсь. Идем туда. Так. Мы гуляем по ДК, мы давно не гуляли по ДК, почему бы и нет? Аня, я боюсь. Что ты придумала? А, ты меня решила по ДК всему пустить? Да. По второму этажу? Да, ну дольше идти, да, кабинет. Конечно, у тебя юбочка шикарная, мне нравится. Просто я шикарная. Я старалась, а не забывайте. Обалдеть, смотрите, у меня уже сколько шоколадок в руке. Это еще не все. Вы хотите сделать из меня сладкоежку? Я и так много ем сладкого. Обалдеть. Итак, сейчас. Стучи. В моем кабинете, да? Так, ребят, я постучу ногой, потому что у меня руки заняты. Кто там? А, Виктория Александровна. А что вы тут хотите? Хочу зайти в свой кабинет. Вы уверены? Да. Я боюсь. Крис! Да? Ага, заходить. Да. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! В этот раз он не сломался! Спасибо. Это спасибо. Первая большая часть подарка, поэтому... Я рада. Ну, конечно, ну как же я тебя без подарка-то оставлю, блин, на утро? Это ежегодно происходит. И что возникает в моей голове, это я не знаю что. А мне надо, чтобы ты меня еще выпрямила. Я знаю, я приняла даже, я тоже свой взяла. Тоже взяла, но я на всякий случай принесла. Сейчас будем доделывать красоту на мне, поэтому пока что я отключаюсь. Пока-пока! Так, ну что, вы посмотрели видос. Сейчас мы будем скрывать посылочку с Алиэкспресс. Такая вот она. Крупненькая. Так. Это у нас упаковано вот так вот. Как вы думаете, что это? Это у нас
Кто угадал, тот молодец. Это патчи. Вот в такой коробочке приходят. Я их заказывала 11-го. Короче, в этот в день акции вот этих вот на Алиэкспресс. Так она стоит 300 рублей. Там 60 штук патчей. И по тому, что была скидка, у меня получилось это за 213 рублей. То есть вот такая была хорошая скидка, поэтому я себе ее взяла. Я уже брала такие патчи, брала черные. Они, в принципе, очень хорошенькие, такие вот, как рекламируют все в Инстаграме. Если вам интересно, я оставлю ссылку на эти патчи в описании. Можете заказывать смело. Я уже заказываю вторую партию, поэтому мне нормально, мне понравилось. Мне понравилось. Могу вскрыть дальше, что там дальше находится, если кому-то интересно. Мне сейчас ножичек, который вот этот вот скрывает, да, вот эти вот, так, шик, строительный ножичек. Вот им удобно вскрывать. Ну ладно, мы сейчас так с вами вскроем. Посмотрим. Я всю коробочку поцарапала. А зачем она мне нужна? Правильно, не зачем. Убираем это все лишнее. Итак, вскрываем. Вскрыли. Господи. Она будет открываться. Вот. Так, что мы видим? Мы видим вот такую коробочку. Lady Serious. Не знаю, я не умею по-английски читать, но здесь еще есть китайский. По-китайски я точно не умею читать. Вот такая вот пачечка. Сейчас я вам вскрою ее. Вот такие патчи здесь. Вот такая ложечка, это имя ей. Надо эти патчи вытаскивать, чтобы не ручками, вот, а вот этой вот специальной штучкой. Здесь их 60 штук, я уже говорила. Вот. Они очень хорошо охлаждают. Вот, вот после... Кто-то использует их после рабочего дня, вечерком перед сном, кто-то их использует с утра. То кому как удобно, в общем говоря. Никаких у меня претензий нет. Такая же пачка пришла. Все хорошо. Только единственное, вот эти, походу, мне пришли золотые, потому что не было черных. Или они черные? Что-то я понять не могу. Нет, вроде они черные. Да, все правильно. Но мне показалось, что мои как-то были темнее. Ну да неважно. В общем, они одинакового состава. Цвет, он просто, ну, вроде роли не играет. Я читала на сайте отзывы. Короче, вот как-то так. Вот такие вот мне пришли патчи. Кому интересно, я оставлю ссылку в описании. Можете заказывать смело, как я уже говорила. И пользоваться, потому что в магазинах, я не знаю вообще, сколько стоят такие патчи, но эти, в принципе, тоже подойдут очень хорошо. Не знаю. Я думаю, что в магазине такие патчи будут стоить рублей 400-500. Как-то так, я так думаю. Все, в принципе, сейчас я... Мы еще будем украшать зал, поэтому пока что я отключаюсь. До встречи.
скоро Новый год, а скоро Новый год. У нас продолжается подготовка и украска нашего здания. Савелий нам помогает. Он хочет. Ой, в общем, это все надо тоже здесь еще повесить. Рисуночки Дед Морозов. Рисуночки на окнах. Ой, да. Ну что, у нас уже осталось только сцену украсить. У нас будет сцена не просто украшена, как всегда. Там, у нас будет немножко украшена, потому что в этом году мы будем пользоваться проектором. И у нас будет в основном все действие связано с ним. Поэтому сцену, задник сцены мы в основном не украшаем, потому что будет на него выводиться картинка, новогодний лес и так далее. Вот, холл у нас вот так уже украшен, смотрите. Вот там у нас Санта-Клаус. Вот такие у нас рисуночки дети нарисовали. Вот такое все у нас. Красивенько. Вот, а осталось еще украсить там. Смотрите. Осталось довешать только вот эту переднюю штуку, и все. Вот и наша новогодняя елочка. Ну что, пока что все. Всем спасибо за просмотр. Я знаю, что ролик получился коротким, но я думаю, что я еще запишу представление, которое будет у нас, и выложу это на свой канал. Вы, если вам интересно, вы посмотрите это представление и оцените комментариями, лайками. Всем спасибо за просмотр, всем пока. А, секунду, забыла сказать. Еще подписывайтесь на мой инстаграм, он в описании, и группа ВК тоже в описании. Там выходят... Ну, редкие фотографии, но все же они выходят, поэтому подписывайтесь. Всем пока!